уважаемый, я не ошибусь, если скажу, матери нации, матери нашей нации, Абатспоро Бурбова. Сколько я себя знаю, я родился, вырос в Сабарканском квартале «Восток». Махала. Кроме этого, я был вхож в дом Кудрахматина Хака Аллахаим Ягудаев, потому что с его младшим сыном Дони я учился 10 лет в одном классе. Поэтому об этой семье, об ушедшей из жизни Сфорапа, я знаю не понаслышке. Принято считать, что Господь Бог дает человеку долгую жизнь или в награду, или, не дай Бог, в наказание. Это тот случай, когда Господь Бог дал долгую жизнь этой женщине в награду. Сейчас, посмотрев этот фильм, я подумал, она же ушла из жизни счастливая. Она ушла из жизни, обласканная семьей, детьми, внуками, правнуками. Как она их благословила. Какие мудрые слова она произносила, которые свойственны только маме, бабушке. Шикасти айота надида, не дай Бог. Рафта Боша, унду его богили джан хомду куда камеденба. Она прожил почти 100 лет. Она ушла из жизни, когда вокруг нее вся благословенная семья, все дети, внуки, правнуки, все.